12 июня, в День России, по поручению регионального секретаря Всероссийской политической партии главы Республики Дагестан Сергея Меликова, члены партии «Единая Россия» города Каспийска во главе с секретарем местного отделения Абдулвахида Джаватова и депутатом Народного собрания Республики Дагестан Давлетханом Алиевым посетили семьи погибших участников СВО. В ходе встречи представители встретили седого героя России Магомедали Магомеджанова, Муслимат Магомеджановой. Магомедали Магомеджанов является примером мужества и самоотверженности, бескорыстной любви к родине и к своей профессии. Он с первых дней начала СВО находился на передовой, выполнял боевые задачи на стратегически важных объектах. Стороны обсудили возможность назвать в честь героя улицу, общеобразовательное учреждение, повесить баннер в память о герое на территории Каспийска. После единороссы посетили семью героя России Фархада Худайнатова. Они поздравили родственников с Днем России и ответили на запрос семьи, которая, в свою очередь, попросила по возможности провести облицовку могилы героя. В связи с этим в ближайшем времени по поручению председателя собрания депутатов муниципалитета Абдулвахида Джаватова будет начата работа. В завершение представители партии поздравили семью героя России Энвера Набиева с этим знаменательным праздником и также обсудили все актуальные вопросы.